Короче, слухи. Знакомы ли вы с актрисой Еленой Захаровой, известной большинству зрителей благодаря роли учительницы, крутившей роман с учеником в популярном сериале «Кадетство». Этот проект пользовался огромной популярностью в 2000-х. Сейчас Елена продолжает активно сниматься в кино. Несмотря на свои 45 лет, она превратилась из юной девушки в зрелую женщину, но по-прежнему остается привлекательной и красивой. Актриса часто выкладывает свои фотографии без макияжа. А вам нравится такой образ Елены Захаровой? Пишите свои мысли в комментариях и не забывайте смотреть и другие наши видео. Любите свою жизнь и подписывайтесь.